Секс для меня это жизнь, это тело, как оно двигается, как оно развивается. Танец это мое настоящее. Это мое ощущение, мое восприятие, мой внутренний и внешний мир. Танцевать я начал еще в детстве. Видишь, как мы в детском садике боролись. Вот, потом коррекционный коллектив, самодеятельность. Я сам из поселка, из Кореи. Там, конечно, немного каких-то развлечений таких, но профессиональных и да, любых. В общем-то, мы как могли, так развлекались. Всегда нравилось сочинять. Я недавно обнаружил свои записи, где мне 10 лет, и я вот в этой своим корявым почерком пишу, значит, расписываю танец, там у меня были фигурки девочки, мальчики, они, значит, переплетаются, сходятся. Ритм жизни, он разный, по-разному он, сегодня так, завтра так, вчера было по-другому, и вот также, наверное, музыка каждый раз находится разная, как она откликается в тебе, так же в танце, в моем теле. Попсы, да, классики, она ведет себя, ты идешь за ней, она тебя провоцирует, она тебя наполняет, она ритм слова, ты вместе с этим сплетаешься, соединяешься. Меня вдохновляет жизнь, меня вдохновляют люди. Пространство, в котором я нахожусь, и, конечно, в какие-то моменты я себя погружаю в некое состояние, чтобы вот эта искра, наверное, произошла, вот это соединение, соединение с пространством, с людьми, чтобы вот как-то мы срезонировали, и в этот момент я вдохновляюсь. Театр, мне нравится актерское существование танцовщиков, да. И для меня, наверное, вот эти два направления соединяются: танец, театр. Современным танцем, современной хореографией мне интересно работать с танцовщиком, с артистом, отталкиваться от него, вот, позволять ему импровизировать, позволять с ним вместе обсуждать ту идею, с которой я прихожу. Психология мне очень интересна, философия в общем. Конечно, бывают очень глобальные вещи, куда такие амбиции меня иногда накрывают, что мне хочется поработать с этим, думаю, ну ничего себе, это неподъемная как будто бы тема, но почему нет? Я танцую свои постановки, потому что я еще артист, потому что мне еще хочется танцевать. И я говорил о том, что для меня артист
Паша Рябов, он еще есть. Для меня хореограф Паша Рябов, он еще есть и будет. То и другое, и мы как бы вместе пробуем, вместе ищем, вместе погружаемся. Поэтому я танцую в своих постановках. И я наполняюсь, и потом мне хочется с этим поделиться. Я развиваюсь как артист, как хореограф до сих пор, и я, у меня нет пока такого, что я в какой-то момент, вот, нет, все, я перехожу там в хореограф, или я перехожу там, остаюсь артистом. Мне это интересно соединять, и это мне позволяет, мне дает новые краски в моих хореографических постановках. Русский балет навсегда. Для меня это очередной новый этап, это знакомство с новыми людьми, с новым пространством, с новой атмосферой, с новым самим собой.